Ну что, семья, с Викторией Андреевной готовы приключения. Сегодня будет у нас Казанская набережная. В Казани, вон, смотрите, семья как поддерживает буковками З и В. Заполнять собой твои мысли, запретать быть к тебе близко. Еле дышать. Буду, чтоб тебя не будить, чтоб тебя не будить. Расцветать. Я в тебе буду. Я на стояночку поставил. Храм Русской Православной Церкви. На данный момент направляюсь на Казанскую набережную. Птицы какие поют. Сейчас покажу, очень красиво. Парковочки лучше здесь выбирать, где можно ставить, иначе увезут. Потом еще по всей Казани куда увезли. Но люди все равно под знаки ставят. Экскурсия. Вечер. Такой замок. Видите, какой замок. Там кто-то живет, похоже, еще. Улица, ребят, Федосеевская. Жилой дом. Коттеджный. Интересно, сколько здесь квартира это стоит здесь, в этом доме. Ну, пентхаус. По дороге сейчас ехали, ежика встретили. Экскурсии здесь. Ну, это вход на набережную, семья. Таблички имеются. Вокзал, прокат, тердельник какой-то. Да, Вика? Пойдем? Вот, очень красиво здесь вот эти вот подсветочка. Вик.
Дождь пошел. Ребят. Молодцы. Музыканты играют. Поют. Ничего их не остановить. Дождик начинается. Вот, дождик пошел себе. Они спели мне песню. И стихи, и всю жизнь получить. Да, на раз. Мою песню услышат тысячи глаз. Кстати, вот эти вот карусели крутиться должны, не знаю, работают, нет. Ну, на набережной своя атмосфера, очень хорошая, красивая. Котами одна минута. Вика, одну минуту кататься. Две минуты почти. Карусель аттракционов. До 75. Я туда, Вика. Я-то уже 92. Че, будешь? Вика пошла кататься. Прохожу. Ну, хотя можно. Стоимость карусели 250 рублей. В Челябинске со мной все аттракционы проходила. Прикольно. Ты же испугалась? Не испугалась? Не испугалась? Я сначала думала, все, я сейчас. А я так нормально, да? Понравилось? Да. С Викой нашли здесь самокаты фирмы Урент. Сейчас я приложение устанавливаю, чтобы взять его в прокат.
тестировали самокат. Промкод ввел. Включи снизу скорость вашей самоката. Указано, где Вика катается, а рядом с нами. Знаете, что понял? Что, короче, кофе дешевле. А, кофе одно и то же. Например, картошечка фри, а подороже. Чизбургеры подороже. Ну что, Арбат, якобы, может, и подороже. Запорожец. Давно я его не встречал. Катаемся на Вике на самокате по очереди все. Ну, интересно, здесь такая набережная, такие скамеечки разноцветные. Также довольно интересные детские площадки с детьми. Здравствуйте. Что нужно, да, чтобы сбить, выиграть? Да. Но это плохо, что ты плачешь уже 1200, да? Уже, можно сказать, промажешь. Да. А если ты сбил себе большую, получше, нет? За 200, например, рублей. Нет. А как если? Не так сложно попадать, потому что у нас все честно. Мы прислили на оружие, мы именно поэтому так делаем. В бидон хочу сыграть игру. 4 мяча, 300 рублей. Вот в этот надо штучку попасть, чтобы они не выпали. Слушайте, ну, прям я не знаю, сейчас буду пытаться. Я-то думал, мне сказали отсюда, думаю, что не попасть туда. Смысл в том, что сначала они договаривают, а потом на той линии, давай-ка сам. Ну, можно было заметить. Скажите лучше, что у вас там еще есть можно? Дротики. Серьезно? Ну, надо было в дротики играть. Да? А вон дальше у вас что-то баскетбол. Слушайте, я в баскетбол ходил в свое время. Можете попробовать. Баскетбольный мяч, иначе баскетболист у нас... А там что надо делать? Там нужно в корзину закинуть два мяча. Вот два мяча? Да, из двух, трех, да, либо пяти мячей на выбор. А какие мячики? Мяч не баскетбольный, надувной, специальный. Как бы он намного легче, чем баскетбольный, специально сделан. А покажите какой? Легче. Я понял. Покажите его. Сейчас принесут его. Я думаю, талант у меня прям от Бога должен быть. У вас будет один пробный, как только возьмете свои мячи. Не, вот так если бросишь, он видит. А сколько надо? Два мяча в корзину. Из двух, трех, либо пяти. Да, я пол. Да это просто. Тёш, понимаю, просто интересно. Ну-ка, Ася, так. Да. В общем, пошли самокат сдавать.
Нет. Нет. Место. Место еще. Вика. А так я вам что скажу, сынок. Довольно красивое место, понравилось все. Все круто. Такая атмосфера своя, живая, оживленная. Днем это днем, а ночью это ночью. Ну, плохо что, много что, например, машины здесь есть, типа велосипеды, педальками крутить, четвером, троем, крутишь педальки, едешь, интересные такие. Они до 11 работают. Там какие-то кафе тоже до 11. То есть не все открыто. Ну, другие открываются кафе. Макдональдс здесь круглосуточный. Здесь кофе брал. Музыканты выступали, очень интересно. Дождик. Вроде хотел поморосить, вроде пойти, но не пошел. Они попили, интересно. Кстати, аудитория такая собирается хорошая. Все хлопают. Фонтанчики. Вик, что тебе понравилось сегодня? Мне это карусель. Карусель понравилась. Еще что? Самокат. Самокат. Накаталась? Да. А сам казанский? Казанский Арбат, так сказать, набережная. Понравилось? Да. Мне тоже. Особняки красивые здесь. Так что, семья, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, с вами был неповторимый, интересный, ваш преданный друг Андрей Андреевич. Дальше будет только жарко, интересно. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, ссылки будут в описании. Яндекс.Зен, ребят, ТикТок, Инстаграм. Выходит видео, самое первое, там какие-то фрагменты из видео.